Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Мария Давыдова, компания «Детский мир». Здравствуйте, Мария. Добрый день. Мария, давайте немножечко расскажем, наверное, о детском мире. Все же знают вас и так, но давайте знакомиться еще ближе, еще плотнее. Расскажите, пожалуйста, о каких-то изменениях в детском мире, которые происходят именно сейчас. Знаете, но если о стратегии говорить, изменений, в принципе, никаких особо не произошло. Но, тем не менее, мы реагируем на ситуацию, она сложная. И наша реакция в настоящий момент заключается в основном в двух направлениях. Первое – это наращивание объемов собственного прямого импорта и собственных торговых марок. Это наш ответ тем сложностям, которые есть с рядом брендов, уходящих с российского рынка, либо приостанавливающих, там, сокращающих свою работу. Поэтому здесь у нас есть хороший ответ. Мы растим эти самые собственные торговые марки, и уже в апреле месяце мы перешагнули долю такого ассортимента в нашем GMV в 55%. Это очень существенный рост к предыдущим периодам. А второе, мы еще больше внимания стали уделять лучшим ценам, самым низким ценам. И вот в частности сейчас и там вот о школьном сезоне, если сейчас затронем тему, мы выбрали такую стратегию, мы фиксируем цены, которые были в прошлом году, и ставим себе задачу сдержать их в этом году вот на таком же уровне. Спасибо вам огромное. Я как человек, у которого ребенок пойдет в первый класс в этом году, вам огромное спасибо говорю, прям стоя на коленях практически. Скажите, пожалуйста, в принципе, насколько мы готовы к школьному сезону, потому что школьный сезон, он прям вот-вот-вот. Все ли позиции закрыты? Можно ли в детском мире полностью закрыть весь ассортимент, который нужен первокласснику, например, вот 1 сентября? Да, безусловно. Для нас школьный сезон – это один из пиковых сезонов в нашем году, в нашем бизнесе. Очень хорошо готовы в этом году к школе, так что можете смело приходить к нам и приводить своих детей. Весь ассортимент у нас поступает уже сейчас, своевременно. Вообще, у нас школьный сезон начинается чуть-чуть раньше, даже сильно раньше, чем у, в общем-то, родителей, которые приходят покупать там что-то детям. У нас он начинается в июле, в первой половине июля мы развозим товар по магазинам, ставим их на полки, формируем цены и, собственно, с середины июля начинаем уже массированную поддержку. Поэтому да, приходите с середины июля, весь товар будет на полках. Как я уже сказала, цены будут на уровне прошлого года, может быть, даже немножечко ниже. Прекрасно. О детях поговорили, теперь, наверное, поговорим о братьях наших меньших. У вас есть замечательный бренд «Зоозавр». Давайте расскажите, пожалуйста, насколько хорошо он себя чувствует, может быть, как претерпевает какие-то изменения. Хорошо себя чувствует. Кстати, отличный вопрос. Мы в этот кризис обнаружили, что, знаете, как говорят, на детях не экономят. Вот на животных еще больше не экономят, чем на детях. Это забавно, но факт. Поэтому хорошо себя чувствует этот проект, он продолжает развиваться. Мы планировали и запустили в начале года собственные торговые марки, которые уже появились на полках, и, в принципе, они уже заслужили внимание и любовь наших покупателей. Это собственные торговые марки в кормах, такие как «Карника», например, сейчас хит продаж наших, и достаточно большой ассортимент в категориях некормовых. Вот, продолжаем развиваться и радовать покупателей. Спасибо огромное. Ну, в принципе, все, что я хотел узнать, я узнал. Получается, с детьми все замечательно, будут одеты и обуты, животные будут накормлены. Все будет прекрасно. Спасибо вам за интересное общение. Пожелаем вам удачи в вашей работе. Спасибо большое.